Ставишь лайк, песос растет, а если нет, то не растет. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шимор, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive. Сегодня мы будем с вами делать интересную дичь, ребята. Очень долго и очень давно я охочусь на стат-трек М4А4 Азимов. И, наконец, сегодня решил попробовать его скрафтить, ребята. Крафт довольно дорогой, денежек ушло много, ребята. Будем пробовать скрафтить его и золотую спираль или подтвержденное убийство. Но я надеюсь на него. Чтобы крафт был интересный, я решил закупать не все росписи. А, соответственно, с меньшим шансом скрафтить М4А4 Азимов, ребята. Но также может еще скрафтиться Крякен. А помимо того, что мы сегодня будем его крафтить... Да, именно Крякен, не Кракен. Мне нравится называть Крякен, потому что Крякен звучит как-то поэпичнее. А помимо того, что мы будем его с вами пытаться скрафтить, друзья, мы также с вами будем открывать перчаточные кейсы. И они пойдут у нас сегодня первыми, друзья. Давайте посмотрим, что подготовил нам Габен в перчаточных кейсах. Скорее всего, он ничего не подготовил, потому что перчаточные кейсы абсолютно никакие, но шансик что-то выбить, ребята, в них всегда имеется, как и в любом другом кейсе, в принципе, в CSGO, потому что CSGO кейсы, они абсолютно рандомные, ребята, но почему-то вот в перчаточных вообще очень мало всего падает, наверное, потому что их всего, их все открывают значительно больше, чем остальных кейсов, но как бы они и падают на каточках, их и открывают сразу же, наверное, и, соответственно, получают от этого какое-то удовольствие, но мы с вами получаем от этого сплошную синьку. Этот кейс абсолютно мертвый и нерабочий, но мало ли, как... Чё это за баг был? Чё это за баг был, Габен? Ни хрена себе мне там этих ЦЗ-шек навыпадало, ребята. ЦЗ-75 автополимер. М4А1С, взгляд в прошлое. Жалко, что не стат-трек. Это тоже хороший знак, Значит, Габен что-то нам приготовил, да? Может быть, в крафте приготовил? Не, нихуя он не приготовил, на самом деле. Это все такие знаки, которые никуда... Ладно, ждем, надеемся, верим. Нихуя, ребята, будет одна синька. А вот то, что вот, это чисто случайность. Это Габен мискликнул, когда выдавал, видимо. Это чистая случайность, друзья. Ладно, смотрим. И опять ЦЗ-75 автополимер, драный. Ладно, у нас сегодня главное не 10 этих упаковок, а у нас сегодня главное это крафтик. Крафтик это интересно. Так, Сайрекс, неплохие, кстати, фиолки сегодня выдаются. Выдаются фиолки реально хорошие, фиолки стоящие. Это лучше, чем всякое говнецо. Типа даже стат-трек синька хуже будет. Так, тусклые волосы сюда запиху я, чем и ультрафиолет. Посмотрим, что у нас здесь получится за крафтик, ребята. М4А1С, взгляд в прошлое. Еще одна нам выдается. И здесь нам не хватает буквально одной песосочки. Здесь мы уже все прокрафтили. Ну что ж, давайте, друзья, сделаем этот рандом. Сделаем этот великий рандом. Будем делать вот такую вот грязь. Будем делать вот так вот, наверное. Потом добавим вот так вот. Потом пойдем вот так вот. Потом пойдем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И где еще одна песосочка? Я не понял. Где еще одна песосочка? Где еще одна песосочка? Неужели это знак, что мы можем скрафтить что-то другое? Мне не хватило одной песосочки? Не может быть. Не может быть, что мне не хватило одной песосочки. Пламя дракона, SSG-08, стат-трек сделать. Аквамариновое месте, ВП-скоростной зверь. Где еще одна песосочка, которой не хватает, ребята? АВП-Азимов, стат-трек. Или АУ-Хамелеон, стат-трек. Нахуй надо. Ладно, давайте сделаем так, ребята. Эх, шансов меньше на USP и золотую спираль, больше на Азимов и Крякен, и есть небольшой шанс вот на это, ребята. Я хочу Азимов, Габинчик, я хочу Азимов, давайте попробуем это сделать. Ну, в принципе, контракт интересный, если выпадет USP, то тоже будет неплохо. Если выпадет Азимов, то будет вообще великолепно. Если не выпадет нихуя, то, в принципе, хорошо, потому что мы постарались это сделать. М4А4, Азимов. Азимов. Давайте проверим. Так, делаем роспись. Делаем вот так вот. И погнали. Стираем, чтобы ничего не было видно. Убийство! Это лучший вариант, чем мог бы быть, ребята. После полевых подтвержденные убийства, ребята, стат-трек. Это тоже очень дорогая песосочка, поэтому, в принципе, я довольно рад. 6000 рублей, ребята. 6000 рублей, в принципе, контракт.
ну, примерно так и стоил. А, чуть меньше, кстати, мы вышли в плюс, ребята. Скрафтили с вами штат-трек «Подтвержденное убийство», ёптана. И это, в принципе, не может не радовать. Знаете, почему я радуюсь именно ему? Потому что мог выпасть Крякен и могло выпасть еще другое говно. Но здесь что, в чем прелесть? Любого качества этот продукт, этот пистолет, выглядит всегда одинаково. И, в принципе, этот череп, он всегда ясный, четкий, и пистолет выглядит всегда красиво. И у нас есть еще один штат-трек-вариант этого песосочки. Ну что ж, друзья, это было довольно неплохо. Я довольно рад, что я вот тут вот прокосячил, закупил простых вот этих вот потоков, но они мне не нужны сейчас, потому что мне не хватает с чем их скрафтить, скажем так, поэтому мы оставим это на другой раз. Ну а сейчас идем на сайт и дрючим там, поехали, друзья. Ну что ж, друзья, мы попадаем сегодня на elitecase.net, ребята, я очень доволен то, что скрафтился юз. Представляете, могло скрафтиться абсолютное говно, я безумно доволен, это хороший знак, Габен молодец, Габен, значит, движется в нужном направлении, и, соответственно, Габен хороший мальчик, он говна сегодня не подсунул в крафте, и это радует. Ладно, давайте начнем с засекреченки, будем смотреть, подождите, ведь у меня есть для вас подарочек, халявка сегодня пришла. Так, идем вот сюда. Выпросил еще промокод. Называется, по-моему, вот так вот. LikeShim. Кто ставит лайк, тот получает промокод. 20 тысяч, по-моему, активации. И это 10 тысяч рублей к балансу. Эй, слищ! Так, хорошо. Вроде бы ваш запрос в обработке. Где в обработке запрос? Баг какой-то, короче, ребята. Не знаю, добавилось мне, по-моему, не добавилось. Видимо, я бага поймал, бага схватил, как говорится, ну ладно. Давайте смотреть, что у нас здесь, ребята, будет. Давайте смотреть, что у нас будет здесь. Блин, что бы нам пооткрывать-то? Вот мы начали с засекреченного. Давайте пооткрываем, грязно сделаем. Давайте сделаем грязно. Давайте мы откроем сначала самое дорогое сегодня, попробуем. Раз уж мы гуляем, юспик у нас свеженький есть после полевых. Я не ожидал даже, что юспик, кстати, скрафтится после полевых. Я думал, если и скрафтится, то какое-нибудь говно. А оказалось на 6500, блять, бог червей. Так, дорогое здесь открыли, давайте откроем. Вот здесь дорогое, блин. У нас что-то с балансом, ребята, вообще не то. Ёптана, я уже просрал косарик. Это знак плохой, но выпадает золотой карп за 700 рублей. Кстати, подешевело все очень сильно. Но, в принципе, цены в стиме зависят от курса доллара. И если курс доллара падает, то и в рублях цены у нас уменьшаются. Давайте пооткрываем перчатки. Мы сегодня открывали перчатки, пооткрываем перчаточный кейс. Здесь у нас имеются перчатки спецназа, перчатки Bloodhound имеются у нас такие. Такие у меня тоже. О-о-о! Пламя дракона. Что с ним? Что с этим пламенем дракона? Что ебаный насос с ним не так? Ребята, я первый раз вижу такое пламя дракона. Оно... Давайте еще. Это хороший знак. Давайте подрючим его еще. Неужели хоть здесь, блядь, глов-кейсы... глов-кейсы закуплены, понимаете? Это безумная радость, потому что обычно глов-кейсы не бывают закуплены. Что за хуйня там? Не попукивай. У меня что-то попукивает, ребят. Прошу прощения. Я не знаю, что у меня попукивает. Но, в принципе, надо отсюда валить, потому что... Ёб твою мать! Что за хуйня, блядь, происходит у меня? Что за... Ёбаный насос, ребята. Ёбаный петушок. Вы посмотрите, друзья. Сейчас я проверю, все ли у меня в порядке. Ёбаный насос, я уже две отобрал у сайта. Сейчас, секунду. Так, ребята, продолжаем, прошу прощения. Ёбаный петушок. Мне нравится это, мне это безумно. Я продолжаю нахуй выдергивать с сайта все, что они закупили в глов. Видимо, сайт закупил себе в Главчанский. Значит, дохуя говнеца. В Главчанский, значит, было закуплено. И я могу это все дело принимать на себя, как говорит. Нет, это говно. Ладно, короче, еще пару кликов и идем открывать дальше, в пизду. Как бы я уже, в принципе, забрал у них Dragonfire. Причем два штуки Dragonfire я у них забрал. Все, как бы я абсолютно доволен. Два штуки Dragonfire. Файра забрал. В принципе, можно еще попробовать забрать баскил и идти отсюда нахуй. Не, явно закупленный, ребята, глов, перчаточный кейс сейчас на сайте. Я стоять бояться нахуй, бля! Оу. Нихуя себе, блядь. Я пошел нахуй. Я забираю. Я все нахуй. Это будет короткий выпуск. Я все, блядь. Я все. Блять, надо было вот эту продать на следующую. Да ну нахуй, блять. Ребята, блять, это 1000 лайков, нахуй.
Это просто пиздец. Вы посмотрите, что творится, друзья. Вы посмотрите, какая грязь нахуй у нас происходит, дорогие друзья. Прямо перед вашими глазами. Мне этих перчаток еще не было. Перчатки Сепсназа, блин. Перчатки Сепсназа мы выбиваем, ребят. Какие-то перчатки спецназа, ни разу их не видел, короче. Это довольно интересно, друзья. Ну и где? Где? Приходите мне сначала, драгонфайеры мои. Драгонфайеры пока не приходят, друзья. Драгонфайеры пока не приходят, но приходите. По деньгам, во. Вот это вот реально облезшее говно. Вот это реально облезшее говно, которое нам абсолютно не интересно. Так, ну-ка. Так, перестаньте там гавкать, собачки. Давайте мы... Короче, я, ребята, сейчас все это дело принимаю и осматриваю, ёптана. Чё у меня Steam лагает? У меня еще Steam залагал. Что за хрень? Так, обмен принят, хорошо. Ладно, ребят, сейчас принимаю и все в контре показываю вам. Поехали. Ну что ж, друзья, а вот они и наши предметики, а вот они и наши перчаточки. Перчатки спецназа «Основа». Вот так вот они выглядят, друзья. Вот так вот они выглядят. Непонятно, что на них написано, какие-то узоры. А там торту написано, что-то типа черепахи, типа еще что-то такого. Хрен его знает, что это такое, ребята, но это достойно лайков. У меня новые перчатки. Возможно, сниму на вызовы на них, ребята, посмотрим, как они выглядят в контре. Ну а вам спасибо, как всегда, за ваши лайки. Что-то у меня какие-то в последнее время грабежи пошли. Значит, это очень весело. Спасибо, как всегда. С вами был Шиморо. Мы увидимся на новом видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.